празднуем с воскресным праздничным днем в памяти благоверных князей Петра и Февронии, благословения, священное начале празднования также и совершается сегодня, в середине сентября, в третье воскресенье сентября у нас получается. В памяти тех святых, которые являются, как мы знаем, покровители брака, то есть семейной жизни. Летом мы его, этот праздник совершаем как память, то есть празднование Дня верности, любви и верности. Мы, православные христиане, всегда их почитаем и молимся этим святым, чтобы брак, который заключается между двумя людьми, мужчиной и женщиной, был долговечен и счастлив. К сожалению, современное понимание брака немного исказилось. Современное понимание людей, считая, что это что-то такое ненужное, отмершее, даже известные люди так восклицают, так, такие популярные. Ну, это не обязательно, штамп. Паспорт это что-то так такое, не обязательно. Главное любовь. Но это не любовь бывает, это страсть. А христианин понимает, что в браке это главная обязанность. Обязанность друг перед другом. И отдача прежде всего себя на другому человеку и своим ближним. Вот тогда брак будет счастливым. Если этого нет, то вся эта влюбленность проходит. И потом появляется один партнер, другой партнер, третий, четвертый. И в конце концов человек остается у разбитого корыта. Я желаю, чтобы браки, которые заключались у вас, у ваших ближних, были долгие. И как именно было у Петра и Февронии, которые пожертвовали всем ради именно друг друга, пожертвовали всем, даже своим княжеским достоинством. Благоверный князь Петр пожертвовал ради того, чтобы у него была счастливая семейная жизнь. То есть только вот такое самопожертвование перед Богом, это есть основание нормальной, семейной, долгой жизни. Чего я вам всем желаю. Я вас поздравляю, дорогие вы, еще с праздником воскресным днем, а также, как вы знаете, что совершается празднование города 403 его. И сейчас мы с вами пойдем в центр города, к арке Пресвятой Богородицы Иконы Божией Матери Урюпинской. Вместе с чудотворным образом нашей иконы Божией Матери, где совершим молебен о нашем городе и живущих в нашем городе.